Итак, всем привет, с вами Настян, и это вторая серия выживания с моим братиком Андрюшей. Поздоровайся. Всем привет. Итак, Андрюш, ну чем сегодня будем заниматься? Ну, не знаю, давай пойдем, наверное, подготовимся за походом за ресурсами. Да, у нас тут шахты ведь недалеко, и поэтому мы можем туда пойти. Слушай, а как тебе идея сделать хотя бы одну кирку из алмазов? Ну, сколько у нас там алмазиков? 5 штук. Можешь, в принципе, сделать себе и 2 алмазика оставить на всякий случай. Пусть у нас будут. Ну, либо если сегодня найдем алмазы, да, то сделаем еще и мне такую же кирочку. Да-да-да. Так, ну, хорошо, ладно, я тогда займусь. Я надеюсь, я смогу это сделать. Так, дубовые доски. Так, а ты пока чем займешься? Ну, я могу нам еды подготовить. А, да, давай тогда. Давай я скину тебя. Вот смотри, у меня есть сырая говядина, свинина. У меня вообще, на самом деле, очень много еды. И уже здесь есть жареная баранина. А, смотри, у меня еще есть курятина. Вот, держи. Так. И дальше мы дубовые доски вот так располагаем. Ага, алмазики мне нужны. Ой. Я тут немного булыжника у нас заберу. Сделаю еще пару печек, чтобы все это было быстрее. Надеюсь, ты будешь не против. Да? Да, заодно. У нас комнатка будет побольше. Во, вот еще одна печь. Сюда закину свинину. Так. Либо опять, ну все. Стоп. Если что, еда в печках. Где что-то я не то делаю. Блин, ребята, извините. А я еще не особо разбираюсь, как тут все правильно делать. Так, вот. Давайте помогу. Четыре палки. Нет, все хорошо. Так, 4 палки располагаем вот так вот. И вот так вот. Все, получается у нас алмазная кирка. И все. Я готова идти. А, покушать делается, да, я так понимаю? Да, там еда уже пережаривается. Так. Пока можешь приготовить еще какие-то ресурсы, что нам пригодится? Ну, я думаю, то, что нам нужны только кирки, нам, наверное, больше ничего не потребуется. Ну, как скорее всего, да. А, нужны еще, наверное, факела. Сейчас их быстренько скрафчу. Слушай, может на всякий... А, ну, у меня, короче, есть меч на всякий, вдруг мы там кого-то встретим, каких-нибудь существ. Ну, возьми, в любом случае, мало ли там кто-то будет. Смотри, я сделал нам немного факелов, держите полстака, чтобы освещать, если что. Так, ну я, в принципе, готов, у меня есть еда, есть каменная кирочка и еще одна каменная кирочка. И наша сегодняшняя цель, думаю, найти алмазы, потому что я тоже хочу алмазную кирочку. Так, я сейчас все выкину, то, что мне не нужно, вот еду оставлю. Чтобы место не занимать, мне кажется, мы сегодня принесем домой много ресурсов. Так, покушать вот сюда, это все нам не нужно. Так, нет, это мои факелы. Все, я тоже все не нужно выброшу. Сундук. Так, все, я готов к нашему походу. Если мы сегодня еще не так много времени займет нам у нас походы в шахту, то мы сможем начать делать огород. Так, ну что? Если там, может быть, делать какие-то грядки. Я тебе там еды немного скинул, забирай. Ага. И пойдем. Так, хорошо, я вот еще сейчас подкреплюсь, чтобы бежать, и все, я готова. Все, пойдем. У нас где-то здесь-то пещера была. Че, не боишься туда идти? Ну так, знаешь, чуть-чуть боюсь, на самом деле, есть небольшой страх. Так, Можешь взять, кстати, факел в левую руку. Факела, освещать. Давай, может быть, будем расставлять их? Так. Ну, можем расставлять. О, смотри, сколько здесь угля. Уголь добываем, потому что у нас его пока нет, а весь ушел на наши факела как раз-таки. Поэтому собирай весь подряд заодно и уровень поднакопишь себе. Окей. Так, а что уровень вообще дает? Ну, потом ты сможешь зачариться. В будущем сделаем стол зачарования, будем чарить там кирочки, броню и так далее. Для этого тебе уровень пригодится 100%. А, ну хорошо, окей, буду знать. Так, что у нас тут еще? Ни железа, ничего больше не вижу почему-то. Ладно, давай тогда пока копать просто уголь. Я думаю, еще куда-нибудь в сторону можно просто начать копать свою же шахту, а не по пещере находить. Может, найду какие-то алмазики, либо уже железо, потому что железа мне пока нету. Смотри, давай вот в эту сторону пойдем, вот так вот. Так, иди сюда. Сюда? Да, давай будем копать в эту сторону. Вроде бы в этой стороне нет океана. Мы смотри, сейчас вниз будем копать, да? Посмотри, пожалуйста, сколько здесь... На какой мы сейчас высоте, да, и где у нас должны быть алмазики. Поэтому. Нам нужно прокопаться вниз, поэтому копай рядом со мной вниз. Угу, скажешь, когда все. Тебе нужно где-то хотя бы на 11-ю, на 7-ю, я думаю, поэтому копать нужно долго. Угу. Я, в принципе, кирка от алмаза, но буду будешь быстрее опускаться. Во, железо. Забирай железную руду. Угу. И сделаем потом не
с нее железную кирочку, если ты будешь не против. Да, конечно, не против. Да нет. Тогда отлично. Так, сейчас мы Сейчас бы для брата пожалеть что-то. Так. Ну, мало ли, сейчас мы на 44-й высоте только, поэтому нам еще копать нужно очень долго будет вниз. Не, там уже, думаю, найдем с тобой алмазы. Вот очень надеюсь, что найдем алмазы. Как думаешь, сколько мы сегодня с тобой алмазиков найдем? Блин, мне кажется, что ну по десяточке мы найдем. Или это очень много? Ну, не знаю. Я помню, когда ты искал со своим другом, с Колей, мы нашли с ним алмазов где-то стак. То есть мы искали даже втроем, мы минут за 40 нашли стак, а когда-то я искал сам, я нашел, ну, штук 10-15 максимум. Вот иногда не везет, иногда прям жестко везет. Но я надеюсь, что мы в общем штучек 15 найдем. Вот это прям будет очень, очень здорово. Так, 32-я высота, нужно мы еще ниже. Мы еще довольно-таки так, высоко. Это что за звук был? А, кирка, у тебя есть ведь, да? Да, у меня еще есть с собой железная, поэтому... Ой, точнее, железная каменная, можешь не переживать. Хорошо. Так, еще у нас тут 28-я высота. Слушай, ты там железо нашла, можешь мне его сбросить? Я сделаю печечку, поставлю на переплавку. А, ты хочешь, чтобы я сейчас пошла одна туда? Так я тебя догоню. Нет, давай вместе будем копать, уже насобираем, а потом уже... Ладно. Так. Хорошо, без проблем. 26-я высота, нам нужно еще вниз. Еще далеко вниз, и где-то там, может, найдутся уже алмазы. Так, я тут немножечко опаздываю. Давай, да у тебя алмазная кирочка, ты меня быстро догонешь. Догонишь. Догонишь. Да-да-да. О, смотри, тут какая-то пещера. Пойдем сюда? Блин. Зайдем. Только осторожно. Так, я сейчас тут поставлю вот так вот, чтобы спуститься. Вот кто-то проход. А, здесь тупик, а нет, здесь еще продолжение. Смотри, я тут вижу железо, давай его заберем. Где тут? А, ты забрала железо, так понял, да? А нет, вот он. Вот это? Вот это? Так, ты погоди, без меня не иди. Я тут железо-то забрал. Диорит? Не-не, я железо забрал. Все, пойдем. Угу, все. В той стороне тупик, а нам вот сюда. Тут, смотри, тут есть проход дальше. Блин, даже так, интересно. Ну, вроде никого... И, к сожалению, ничего даже нету. Но это же ты поставил факела тут здесь, правильно? Тупик. Ну да, сейчас я так. Шел и перед собой расставлял. Так, окей, ты слушай, надо бы не потеряться вообще. Ну ладно, в принципе, давай, мы смотри, по факелам... здесь продолжим вниз копать. Давай сюда пройдем и здесь продолжим. Окей, давай. Это 17-е. Смотри, тут лава. Ой-ой-ой. Так, ты сразу можешь спуститься ко мне. А здесь, кстати, скорее всего, и будут алмазы, нет? Вроде около лавы, они мы должны сейчас... быть. Ну, да, это часто бывает. Мы сейчас на 13-й высоте. Нам нужно немного ниже еще спуститься, желательно. И там будут алмазы. Поэтому так. Давай вот сюда начнем копать еще чуть-чуть. Вот давай. В эту сторону вниз. Надеюсь, что здесь нет лавы. Да, я думаю, нет. Ты, главное, осторожно. Под себя никогда не копай. Вот. Под себя не стоит. Окей. Так, 11-я высота. Ну все, можно еще буквально на блок ниже опуститься и уже копать прямо, а не вниз. Все, я на 8-й высоте. И я пошел копать. Ты можешь где-то рядом копать буквально через... 3-4 блока от меня. Окей, хорошо, сейчас. Опа, смотри, это что такое? Это редстоун. Редстоун. Редстоун, так, давай. Ну тогда я вот сюда буду копать. Давай, еще железо, кстати, нашел себе. Отлично. И редстоун также. Слушай, вот мне реально не хватает моей железной кирочки. Есть с собой дерево? Ну-ка, у меня есть... А, нет, это каменная кирка. Так, дерево нет. Дерево. Блин, ну ладно, да. Давай дальше копать. Давай копать немного дальше. Ну, слушай, меня, если кстати, у меня факел в левой руке, то... Он должен освещать. Да. По идее, у меня, а как мне поставить его? На правую кнопку мыши просто. И ты его поставишь. Окей. Все, по идее так. Так. Что там у тебя нет алмазиков-то еще? Вот реально что-то алмазы. Так, а это уже походу как называется самая нижняя часть? А, бедрок. Бедрок походу. Да, походу я вот до бедрока уже докопала. Так ты вниз-то не копай, ты копай. А вот у нас сейчас, вот эта высота? Я думала, то что нам нужно еще ниже. А, ну все тогда. Мы на 8-й высоте. Этого вполне достаточно, чтобы искать алмазы. Поэтому удачи. Хорошо. У меня пока ничего, нашел только лишь железо и немного рисунок. Я тогда в твою сторону буду копать, окей? Или мне лучше идти в другую сторону? Смотри, иди сюда. Сейчас покажу тебе. Так буквально сейчас. Давай раз. Вот так вот я пойду. Вот сюда вот. Блин, у меня кирка сломалась. Вот это пойдешь. Вот. Смотри, прокопай туда еще буквально. А, ну льда. Все, вот тут и копай. Да, все, я туда пошла. Окей, только главное нам не потеряться. Да, и в принципе можно даже посоревноваться, кто из нас больше найдет алмазов. Да, как кстати, давай. Кто больше алмазов найдет, тот, в принципе,
тот, в принципе, что? Пока не знаю, но просто тот победит. Вот так. Опа, золото! Золото, золото не так нужно, поэтому сильно не радуйся. А почему? Чего? А почему я не могу его собрать? Золото, в смысле, Все, золотая руда. Все правильно. Золотая руда. Я просто сначала испугалась, я думаю, это должны были быть слитки. Сначала золотые. Руда, потом ты переплавишь, и будут тебе золотые слитки. Я сейчас себе делаю золотые, железные, точнее, слитки, чтобы сделать себе железную кирочку. Хорошо. С того железа, которое я нашел. Вот и пойду уже быстренько искать алмазы и найду больше тебя, потому что я уверен в этом на 100%. Ну, не знаю. Мне вот очень везло, на самом деле. Нет, я как-то раз тоже ходила за алмазами, и мне очень-очень сильно повезло. Я не помню, сколько нарыла, но больше всех своих друзей, на самом деле. Так что... Тебе повезло. Да. Мне почему-то везет. Посмотрим, как будет в этот раз. Сегодня удача будет на моей стороне. Ты уверен, что мы на той глубине сейчас? В высоте, ну да. Я всегда примерно на такой высоте копаю. Ну, можешь немного выше подняться, немного ниже... Но ниже 7-го блока не знаю, стоит ли искать. Поэтому, по идее, мы должны здесь найти где-то алмазики. Пока что алмазиками не пахнет. Вот вижу только редстоун какой-то. И никаких алмазов. Но ладно, все равно найдем. Вот так. Я уверен, что сегодня алмазы будут. Угу. Еще редстоун нашел. Редстоуна, кстати, это очень много. Земля, что ли? Я не понимаю, что это такое. А, гравий? Гравий, да. Его копать, если что, проще. Копать, да-да-да. Так, сейчас я лопату туда вот сюда вот перетащу. И... Перетаскивай. Я еще железо нашел. Слушай, неплохо. Вот железо тоже довольно-таки хорошо. Но вот что-то алмазов тут нету. Да, к сожалению. Алмаз, можешь мне сказать? Его, значит, в шахту. Если бы я знала. О! Какой-то звук. Чего? Какой звук? Не знаю, какой-то страшный звук. Не знаю, я ничего а не может... слышу. А слушай, алмазы какие-то звуки издают, нет? Нет, ты их никак не услышишь, пока не найдешь. Вот найдешь, тогда их увидишь. А так ты алмазы найти, услышать не сможешь. Ну, кстати, если рядом лава, можешь возле лавы также смотреть. Потому что вот я заметил, что ты говорила, что вот возле лавы алмазы есть, да? Угу. Часто это так. Вот я часто нахожу возле лавы алмазы, поэтому... Да-да-да. Я вот тоже почему-то в это верю, что если есть лава, там всегда есть алмазы. Ну, не всегда, но процентов так 70, я думаю, что это работает. Блин, ну я вот сейчас вот еще чуть-чуть вот здесь пророю, если нет, то я вернусь, потому что прям не хочется с пустыми руками возвращаться. Ну, мы, конечно, в любом случае не с пустыми, но хотелось бы хотя бы, ну, пару алмазиков-то приобрести себе. Согласись? Ну да, хотелось бы, конечно. Но у меня тем временем... Тут редстоун. Чтобы тебе тоже сделать такую же кирку, как у меня, алмазную. Настя. Да-да-да, что? Можешь ко мне прийти? Я думаю, тут будет лучше копаться. Ты что, нашел алмазы? Ну, не знаю. Блин. Просто прийти, да. Так, мне бы найти тебя, значит... Опа, стоп. Ну, по нику смотри. Я где-то здесь. Стой, вот редстоун сейчас. Вот сюда диету. Ага. Пойдем. Тут верстак обходи. И пойдем там копать. Думаю, там алмазы точно найдем. Ты мне ведь веришь? Да-да-да. Стой, подожди. Ну чего? Чего, иди туда, иди. Ой, там Андрюк, смотри, я нашла алмазы. Да, сколько там штук-то? Ну-ка. Пять уже есть. Три штучки? Там еще? Пять штук. Пять штук. Ну слушай, офигенно, только эти алмазы, конечно, нашел я, но тем не менее, мы нашли уже пять алмазов. Да-да-да, ты молодец. Это очень круто. Ну, блин, может быть, мне тоже на самом деле повезет и... Я тоже найду. Ну вот ты копай. Надейся, и может быть найдешь. Ты хочешь пойти в другую сторону? Ну ладно, я тогда прямо пойду. Я буду где-то рядом. То есть я буду тоже идти прямо, просто через три блока. Они вообще как рандомно... О, еще два алмаза! Чего? Серьезно? Да-да-да, еще два алмаза только что нашла. Мне последний раз так везло на моей... Три! Еще один! Четыре алмаза! Ты серьезно сейчас? Да! Девять алмазов! Уже 9 алмазов, офигеть, просто нам повезло. Ну слушай, красава. Погоди, 9 алмазов. В моей кладке было 5, твои 4, я все равно больше нашел. Да, но это еще слушай. Ну-ка давай, сейчас реально начинается соревнование. И если я сейчас еще найду хотя бы один, то я уже тебя догоню. Думаю... А если я найду хотя бы один, то я оторвусь. Так, я тебя спросила. Ну, в любом случае, мы-то алмазы в общий бюджет, так скажем, потом будем ну, тратить. Ну, конечно, их вместе. да, это. Вот, поэтому самое главное, что мы их нашли.
А вот сколько, это уже... Чем больше, тем лучше. Вот кто сколько нашел, это уже не важно. Вот я последний раз, когда у себя алмазики искал на своем выживании, я нашел прям реально вот так вот алмазов рядом. Три раза, но до этого я полчаса копал и не находил абсолютно нисколько алмазов. А мой друг Серега находил, а вот мне не везло. И спустя полчаса... Чистый нашел... рандом, наверное, да? Да. Вот просто почему-то не везло. Не, ну смотрите, я хотела тебя спросить, а вот если, например, мы нашли алмазы, то значит то, что где-то рядом, ну, уже их не будет, да? Или это не факт? То есть они реально вот чисто рандомно спавнятся? Ну, не знаю. Вот я тебе говорю, что я находил алмазы, прокапывал буквально блоков 5, находил еще раз алмазы и через 10 еще раз. То есть рядом они могут быть, а могут и не быть. То есть, ну, не знаю, насколько рядом они друг к другу могут находиться, но... Ну, вот сейчас-то мы нашли их рядом, поэтому стоит копать. Я, наверное... Недалеко. Так. Еще редстоун тут нашел. Не запутаться бы. Так, блин. Что, у тебя больше нет ничего? Да, пока. Опа, золото. Отлично, золото, еще мы его золото. Тоже так, блин, мне бы тут лаву не найти, под себя копаю. Это плохо. Нет, под себя. А ты что, вниз пошла? На какой-то высоте сейчас? А, я тут просто пару блоков подкопала под себя, но я сейчас поставлю вот так вот диоритом тут. Поднимись немного вверх, да, чтобы было хотя бы на 7-й высоте. Так, смотри, как мне узнать высоту? Нажми F3, и там вот координаты есть. Так, и где именно? X, Y, Z. И посередине там твоя высота. Видишь? 7? Да, вот 7, наверное, твоя высота. Ну ты поднимись и пустись, смотри, она будет меняться. Ну все, я поняла. Я вспомнила. Все, тогда замечательно. Так, копаем тогда дальше. Ой, я тоже какой-то звук слышал, кстати, странный. Да, как вот будто какие-то знаю, черти такое. Здесь водятся, на самом деле. Да, что-то немного не по себе. Лава. О, алмаз! Настюха, я горю! Блин, живи, я алмазы нашла. Да, ты серьезно? Я нашла дофига алмазов. 5 алмазов. 3 сердечка, 2. Не-не-не-не-не, ты чё? Я бегу. 2 сердечка. Фух, все, я жив. Ты чего там? Я, короче, копал. Смотрю, передо мной редстоун. Я сломал редстоун, и оттуда лава просто потекла сразу. Офигеть. И на меня, я не успел выбежать. Ну ты даешь. Короче, у меня 15 алмазов. У меня еще лава, погоди. Сколько у тебя алмазов? 15. Я тебя выиграла. Ну погоди, мы эти еще копаем? Слушай, ну мне кажется, то, что уже нужно идти домой. Ну хотя, слушай, 15 алмазов, думаю, это, за первый наш поход, это много, это реально довольно-таки... Это шикарно. Это офигенно. Сейчас я тут лаю немного пройду и будем потихоньку домой возвращаться. В обратную сторону. Кстати, угля я мало накопал, потому нужно будет еще уголь. По обратной дороге тоже захватить с собой. Нет, тут слишком много лавы, я убегаю. Что, выходим потихоньку тогда? Да, сейчас я вот тут еще чуть-чуть прокопаю. И все. Так, это железная руда, да, попадается мне. Да ее тоже забирай. Это довольно-таки ценный ресурс. Особенно сейчас, на нашей стадии развития нашего выживания. То есть, это очень довольно-таки круто. Так. Если 2 кирочки сегодня скрафтил, у меня железо осталось 20 штучек. Еще. Что тут у тебя? Сейчас еще железо. Под конец посмотрим вообще, что мы, сколько чего добыли. Так, ну все, ну, погнали домой. 20. Пойдем, главное у тебя уголь есть? Выбраться. Выбраться, ну я примерно-то путь домой помню. Слушай, а может тут сундук поставим и сюда сложим все наши ресурсы? Некоторые, а самое важное заберем. Ну давай, у меня с собой сундучок как раз таки есть, я тут его поставлю. Главное запомнить там это место, чтобы забрать вещи. Ну, ты все равно выкидывай такое самое ненужное. Так, а, например, что нам вообще не нужно? Ну, можешь булыжник откинуть, потому что у меня достаточно, сколько мне тут? 5 стаков, поэтому булыжник можешь выложить. Окей. Вот. Так, булыжник я тогда скидываю. Да, так, там диорит можно дойти, тоже повыбрасывать. Землю В принципе, я вот так вот оставлю. Наверное, все остальное я оставлю. Ну что, пойдем дальше тогда. Погнали, слушай, а можешь мне дать свою кирочку? Зачем? С алмазами походить, я могу дать свою железную. Ну, я тоже хочу с алмазами походить, я дома тебе новую сделаю, но все равно алмазы-то есть. Ну ладно, давай, держи. Держите железную тогда. Окей. Во, все. Так, ну, спасибо. Погнали тогда. Давай, пойдем. Что у нас тут по ресурсам-то? Ничего вроде не пропускали. Так, давай, короче, знаешь что? Держи вот тебе факела. Вот, веди. Давай. Веди. А, ну нам вроде куда-то сюда. Да, это мой верстак, кстати, угля мы много пропустили, я потом за ним вернусь как-нибудь. Угу. Вам главное бы не потеряться.
Так, тут наша лава, осторожно. Лава нам сюда. Я тут. Осторожненько выходит тут лава. Теперь сюда вот налево и вот сюда вверх. Блин, капец, у тебя, конечно, память. Ну, я примерно помню, откуда мы пришли. Угу. Теперь нам тут мучиться подниматься очень долго по этим. Да-да-да, не очень-то удобно. Ступенечкам. Да ладно, поднимемся. Главное, что мы сегодня нашли кучу-кучу алмазов. Блин, ребят, вот сейчас просто опрос хочу устроить. Если вы хоть раз находили алмазы, то поставьте лайк. Алмазы? Я находила сегодня, поэтому лайк тебе поставлю. О, смотри, здесь уголь, давай его тоже соберем. Да, давай заберем весь уголек также. Так. Вот там еще дальше проход в шахту. Пойдем туда тоже за ресурс. Да, пойдем. А здесь уже кто-то копал. Смотри, здесь и факела стоят. Стой, золото. Слышишь? Что это? Золото. Там это. Тихо, идем сюда. Там кто-то есть. Где тут? Тут какие-то двери. Ты слышишь? Охренеть, ты смотри, сколько там алмазов. Офигеть. Что такое? Давай их заберем. Опа. Тихо. Тише. Вот спину. Слушай, смотри, ты смотри, сколько тут алмазов, охренеть! Алмазы и золото. Офигеть. Давай, блин, давай. Быстрее, уходим отсюда, он проснулся! Закрывай! Негодные дети! Стерли это на месте. Вам чего надо? Детвора! Это ты тот пират, которого наша дядьку украл? Пират, какого дядьку? Это тот самый, который был так же несговорчив, как вы, и пытался тоже у меня что-то спирить. А, помню, да. Ну и оставайся теперь здесь и подыхай, понятно тебе? А ну-ка дверочку-то открой, девочка, открой дверочку. Ага, конечно. Открой дверочку. У него меч. Я расскажу тебе про твоего дядюшку. Все, Андрюха, я просто не знаю, нам надо уходить отсюда. А потом мы откроем. Да. Так. Я вам не говорю, вы сначала откройте. Дверочка-то была открыта, вы еще зашли ко мне. Я с вами поделюсь золотишком. Я думаю, не стоит. Не, давай, Андрюха, не стоит рисковать на самом деле. Пойдем-ка отсюда. Давай, в общем, пойдем. Что, бросите старого пирата просто так? Да, подыхай теперь в своих алмазах и все, мы уходим. Будем. Негодные дети, тьфу, блин. Блин, вот же гад, а. Я просто в шоке на самом деле. Да, еще знаешь, он что-то сказал про нашего дядю. Походу, он реально знает, где он. Да, это меня очень сильно тревожит. Ну, я не знаю, может нам пригрозить... О, смотри, слушай, а на улице-то ночь, нужно спать уже ложиться. Да, пойдем поспим быстрее. Если честно, я так устала. Сегодня был очень сложный день. В шахте рыться, конечно. Что говоришь? Так. Да я даже не знаю, что мы будем делать. Вот я услышал про нашего дядю, и честно, вот не знаю просто. Меня как-то эта мысль не покидает. Ну, ладно, я думаю, то, что на сегодня хватит. Мы и так, в принципе, постарались, очень много ресурсов добыли. Пойдем тогда поспим и закончим эту серию. Да, давай. Спокойной ночи. Сладких снов. Да. Утро наступит. Доброе утро. Эх, ну мы, конечно же, должны будем вернуться к нашим дяде и, по крайней мере, начать его искать. Я думаю, то, что через пару серий мы начнем это делать. В любом случае, мы его найдем. Я тебе обещаю, мы его найдем. Да. Ребята, пишите в комментарии, что же нам делать в следующей серии. Обязательно поставьте свой лайкосик и подпишитесь на наши каналы. Также не забудьте нажать колокольчик, чтобы всегда быть в теме, чтобы всегда вам приходили вовремя уведомления о новых видео. Подпишитесь на канал Андрюши, ссылочка на него будет в описании. Вот, ну, в общем-то, все я сказала. Спасибо тебе огромное, то, что ты досмотрел до конца. До следующего видео. Поки. Пока.